Так, а это подарок у нас Софийке. Лоло МГ. Как у Дед Мороз угадал. Это вообще. Глянь. Как раз она вот именно такую говорила. Вот, мы снимаем. Тут тоже скотчем. Тут тоже скотчем. И тут скотчем. Ага, и вот скотч еще. Ну, даже покрепче. И вот скотч. А, я вижу уже рисунок. Там так. Есть рисунок, да? Да, я вижу, что там есть рисунок. Так. Так, очень интересно. А ну, о, вот она должна быть такая. Она как-то вот сюда. Кэнди какая-то. Кэнди. Извините, вот сюда. Вот, вот так вот. Просто. Вот она. О, какая потом девчонка. А ну. А вот это что? Это ее украшение. Это красное. Ой, ой, ой. Так, а она там, можно ее достать, или она, не, она что-то... чем-то да. Приклеена? Пап, тебе нужно будет помочь? Там она чем-то или привязана, или приклеена. Девочка, девочка, она да. Вот таким, что-то вот... Да, но это явно нужна твоя помощь. Достану ее, посмотрю, что. Слушай, там... ну именно такую она вот хотела. Она ничем тут не... А, вот, да. Это бон-бон. Кэнди. Она конфетка. На такую штучку. Может, ножницы нужны? Сейчас мы это сделаем. Или вот эта штучка, которая открывает. Сейчас мы это сделаем. Где она? Так. Вот такая вот красавица. Ну, она красивая, девчонка очень. Ты такое хотела? Да. Такую хотел. Ну, доставай тогда. Не могу, там что сзади. Еще. А что-то ее держит. Ну, они, конечно... Сильно запаковывают. Сильно запаковывают. Еще что-то держит. Да, вот за ногой. А. Где-где-где? Вот ноги держат. Ага. Такие у нее лосины. Модные. Лакшери. И голова. О, боже. О боже, но это примотали, точно, так примотали. Чтоб нечаянно нигде она не сдавилась, наверное. Тут же надо аккуратно, чтобы волосы не задели. Конечно. Вот. Ну что? А, еще вот. О боже. Еще вот. Косички еще даже связаны. Надо достать все. Не трогай. Это все привязано, вот. Привязано все, что тут, наверное, можно... каждая косичка привязана, да? Да. Вот, все привязано. Вот и это. И с этой стороны еще. Так, у нее волосы такие, и половинка и голова, розовая, да? Половинка блонд. Вот. Так. Ну что там уже? А вот уже мы на финишное прямое еще. Вот как раз дети это вот, могут вот распаковать, да? Да, дети как раз распаковывают. Это... Платош, не рви, пожалуйста. Сейчас мы все сделаем, Платош. А, и рука привязана. И рука привязана? Сейчас все отвяжем. Ну, это же детский подарок. Да, детский. Подарок детский. Значит, дети должны уметь распаковать. Вот, о, все. Вот она, красавица. Отцепили. Боже мой. Ну, это какие. Оно. А что там из аксессуаров? Так. Из аксессуаров. Это оно? Да. Видишь, у нее даже лифчики есть. Лифчики, да. Вот. Ну, она же уже взрослая дама, леди. Так, а вот это, пап? Так, а вот это оно, что оно такое? Просто достается. Смотри, мама, вот так вот. Смотри, это что такое за знак? А вот это тоже... приклеено там, привязано. Вот, они расческа. Вот так, что? Вот. Так, это что? Да я не знаю. А, это как зеркало, что ли? А, это такая штучка сидячка. А, это она сидит. Это расческа, по всей видимости, да? Да. Она не приклеена, это просто... Нет, не приклеена. Расческа как расческа. Папа, тут еще одна твоя помощь нужна.
Посмотри, пожалуйста, что... Я пока посмотрю вот так. Как вот это достать? Вот. Софика, вот сюда. А ну, сюда. А, вот оно. Вот скотчем заклеено. А. Мы сегодня тут переодевали. Так это... Я думаю, что сейчас София пропадет... Часа на три, наверное, да? Да, ну такая кукла. Угу. Тем более угадал. Ой. Ой. Тут, полагаю, сейчас будет это по всему дому. А потом будут вопросы. У меня потерялось одно колечко. Не думаю. Это сейчас будет очень любимое, долгожданное. Так. А ну вот это что? Нет, такая коробочка специальная. Даже набор платья видно. Платье! О, мамина слабость. И у куклы тоже, видать. Да, у нее есть специальный коробочек. Так, Маша, Вася, какие сапожки у нее? А ну, покажи сапожки. Пуфельки. Ух ты. Сегодня уже январь, да. Так. Наше платье. Платье. Подойди сюда. Они тут завязаны вместе. Ты их тут можешь легко отделить, по-моему. Вот так, так, это вот. Что? Вот так вот. Чтобы их было удобно вешать, да, или что это? На тремпелях платье? А как она тут раскрывается? Па, как она раскрывается, скажи? Так, ну, что, вот платьички это? У них такие специальные. А ну, ты там тоже можешь открыть, или? Получится. Видно, их только разрывать, да, сверху. Ну, разрывай. Вот, свет. Давай я сделаю. Да, я пока... Вот это пока достань. Так, что тут у нас? Вот. А ну-ка. Это ее. Покажешь. Это не будет, да. Так, это, по-моему, верхняя часть, да? Или что это? Да, это верхняя. Так, а где вторая часть? Вот вторая. А ну, доставай. Это ее шортики. Это не будет дождя, мама. Это ее. Посмотрим. Шортики. Очень крутое одеяние. Ну, это... мы оденем ее. Ну все, и вернемся к вам. Мама, сейчас оденем.